История празднования Сабантуй имеет глубокие корни. В основе его празднования лежит искреннее желание и мечта людей получить хороший урожай. Сабантуй – это олицетворение. В первую очередь, это праздник труда, праздник весеннего равноденствия. Это праздник, который мы отмечаем более 1000 лет уже. Поэтому день нашего замечательного праздника считаю нашему народу Казахстана, единому Казахстану, что мы живем под единым шанараком. Мы хотим мира, добра всему народу Казахстана. Также у нас гостями сегодня приехали из города Нур-Султан наши коллеги, ансамбль Нур, из города Степногорска, наши филиалы нашего, из города Петропавловска наши коллеги. Я филиал на Атабль Яхташ, это я из города Степногорска. Сегодня праздник стал не только национальным праздником татаро-башкирских народов, но и общим праздником представителей разных этносов, проживающих в Казахстане. В нашей стране проживает много этносов. Численность татаро-башкирского этноса, населяющего нашу область, превышает 15 тысяч человек. Сабантуй – их национальный праздник. Недавно в стране прошел Курултай. Наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что все этносы, проживающие в стране, равны. Никто не разделен по своей национальности, расе. Все это прописано в Конституции. Это праздник дружбы народов. Все мы – народ Казахстана. Специально посетить мероприятие приехала известная певица Татарстана Эльвира Хамитова. Гостья передала приветствие от имени президента Татарстана. Этот праздник отмечается с давних времен. Его с нетерпением ждут не только татаро-башкирские народы, но и все остальные этносы. Это замечательный праздник, призывающий представителей разных национальностей к труду, единству и дружбе. Вот и я приехала из Татарстана, чтобы подарить вам народную песню. Айгерим Бегенова, Сундук Наурызбаева, Павел Соловьев, Кукшак Парад.